Привет, я тут в зале стою, пытаюсь тренироваться. И кто-то меня давно спрашивал, а что я вообще делаю-то? Ну так вот, я могу показать. У меня камера перестала нормально фокусировать. Да что же это такое? Йога, шмога, вот эти все дела, да? Вот, и я думала, что покажу. Я делаю цигун. Это у меня на Винчуне там просто такой маленький комплексик-сик-сик. Я могу вам его показать, если вам интересно. Тут важно, короче, чтобы все протягивалось, всегда было в напряжении, натянуто такое. Такой жесткий цигун комплекс такой. Смотрите, какие у меня банки. Вот, давайте я попробую его сделать. Но я ускорю немного, потому что это нужно делать очень медленно. Дышать все время. Ну, вы поняли, цигун. Ноги на ширине плеч, все дела. Вы должны быть немножечко в присядку, чтобы ваш этот... копчик вниз смотрел. Вот так делал. Вот, при этом спина прямая, чтобы не было поясничного прогиба. И язык должен быть прижат к небу верхнему. Такое замыкание круга. Ну, я буду сбоку, ладно? Я не знаю, наверное так. Ну, короче, ладно. Помните, что все натянуто здесь. Эти пальцы смотрят вверх, а вот это смотрит вниз. Запястье. И все везде так жестко. Поехали. Вот такая вот штука сложнейшая. Надо. Кажется, что типа ты ничего не делаешь, а сейчас особенно. На самом деле все довольно трудно. Потому что нужно все время сохранять вот это вот такое напряжение, ты все растягиваешь. Но при этом ты спокойно расслаблен. Понимаете, да? Китай. Ты и напряжен, ну как бы не в плохую сторону напряжен. Ты спокоен, но при этом у тебя все вот так натянуто. И ты расслабляешься только когда заканчивается комплекс. Если я что-то забыла, то меня напишет мой сифу. Я не знаю, смотрит он мое видео, надеюсь, что нет. Скажет, вот ты все заложила. И опять будет смеяться надо мной. Это такой маленький цигунчик. Да что же это фокусировка-то? Я занимаюсь в фитнес-клубе «Кенгуру» на Нижегородской улице. Я там попала под какую-то акцию, и мне очень дешево достался билет. Билет. Абонемент на целый год. Вот, и здесь, когда в залах никого нет, в этих для коллективных занятий, можно здесь делать все, что угодно. Я вот тут по утрам тусуюсь. Если вам интересно, если вы из Москвы и рядом где-то живете, там на Таганке или что-то такое, то приходите сюда тоже, и будем с вами вместе радоваться жизни. Я буду вам преподавать цигун. Я сейчас как Брюс Ли, еще ничему не научилась, а уже хочу преподавать. Нет, все, это была шутка. Шутка. Я могу в следующем, например, показать комплексы йоги разные там. Я использую мало комплексов. Для меня йога — это что-то больше как медитация. Это вам показать, увы, я не смогу. Но несколько комплексов, комплексы 3-4, наверное, я могу. Если вам интересно, то пишите. А пока это сейчас был быстрый цигун от EJ. До встречи. Пока. Я забыла, что здесь есть зал бокса. Если здесь никого нет, можно же это винчуниться. Сейчас для вас будет несколько неправильных прямых ударов. Господи, это так щекотно. Господи.